Ну что, давайте, давайте, давайте. Вперед, 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 вперед. КНФ, команда Фостоп против команды Sentinels. И КНФ у нас сейчас должен быть на улице. Да, смотрим КНФ за сторону. Возможно, он очень многое решит. Либо сразу режут за попытку залезть на красный. ФСК, ФСН размениваются ХП. Ну, ля, режут еще просто, ну, смотри, конечно, зря его так отрезали. 4 в 3, но по хитпоинтам все тут, конечно, прям маленький 25 хп на нюке устроили. Живенко подрезает Леона и был такой дикой, по-моему, в лицо. Что там полетело, плент. 2 в 2. Все рядовые. Ну, Женка не смог взять раунды своей команды. Кнайф раунд. И, скорее всего, это будет стей. Сентинс Рильди, Фост ПБ. И матч is now live. Поехали, да, это был стей в исполнении команды Сентинс. Ну что ж, давайте прям за ними посмотрим, за кем. Ну вот, ФСН у него не такой маленький. Хотя у спанка поменьше, ну вот, значит, за спанк посмотрим пока. Ну, просто вот на автодиректоре как попрет. Что он сделал с Фостером? Игра улица. Решили не открываться на А, решили попробовать по-старому, пройти по знаком на улицу, но как-то смог останавливать, пошли по Ешке. Апается ящик и выход. Смок ангар, отлично взлетает. Четверка от стека сейчас был отличный момент, просто от нуля. Летает голову в файл, минус просто-напросто. На метро рейдж. Хорошая пачка залетает к нулю. И это занимание, не занимание, это выход на бэплэнд. Уже договариваюсь потихоньку. Рейдж. Дождался своего момента, да, он минус. ФСН. Какая была обидная пачка сейчас. Неаккуратная стрельба у Леона. Попытка забрать игрока количество под ним. И это 2 в 2. Хотя плент есть, но плент вот стоит очень неудобно. Рейдж. Леон. Игра, кто кого переждет. Кто переждет, тот победит. Не сейванул своего тиммейта, и этот раунд уходит в защиту. Хотя за данный раунд атаки нужно было цепляться. Он становится по покупке сразу по 90. А, что это такое? По 90. По-моему, это вообще unfair. Хотя, ну ладно. А вот защита, точнее, атака решает делать ход конем по 250 и броня с раскидкой. Если удастся убить несколько девайсов, это будет очень даже хорошо. Ну, набивает медаль фейскрека. Надо выход, надо стреляться, убивает нуля и 5 в 3. Рейдж. Не дают ему сыграть, просто оставляют красным, убивают. Или он должен сыграть, Сенпай поджимает, убивает аркаду. Отличная игра. Вот тешка, вот такие вещи, она отлично делает, по-моему, для этого она и была сделана в этой игре. Хотя, в принципе, лично я пока ее не понимаю до конца, и нужно ее тренировать.
Но пока я даю предпочтение добить плетя за счет его большего количества патронов в обойме. Опасно много планта, не для противника. Но Синпай закрывает своего тиммейта, флешка под радио. И вот Питер говорит, вспомнил плохую шутку, все-таки там было по 90, но все равно отличная игра. Взятый экраунд, это огромный плюс к морали, тем более на нюке. Посмотрим, как будет у нас действовать сейчас у нас атака и защита в этот раз. Защита, видимо, решает не брать сейчас у нас арморы, решает идти на морозе, P250, зингл, чешка. А автодиректор у нас Сенпай. Мисс Чат. Буст у нас на улице, только поздно замечает на самом деле Пайлота, но убивает. Могло получиться очень неприятно. Рейдж. Убивает Сенка, и что у нас? 4 в 4. Не получилось у Санька сыграть роль замыкающего, а это может привести к некоторым проблемам, но в принципе там тейк раунд, буст в девятку. Убивать, если это отлично делает, удается поинт, занимается аркадой, когда убивается, и это походу на 2-1. И еще один эко-раунд, вынужден играть защита, если там не будет, конечно, волевого закопка, залопа. Но у меня волевого нет, есть флешка, есть смолк, есть пистолеты, и очередная попытка. Как вообще у нас играется? Атака у нас играет улицу, атака у нас играется радио. Защита стоит до последнего на планете, вот там мейн агрессивно играет, рампы. Вот, вот опять чешка сыграла позицию в упоре, конечно, для меня нужно придумать на фейстен, отлично справляется со стрельбой, ставит пачку Сенпаю, ситуация 2 в 3, но два игрока команды, вот это красные, фейстен отлетает от пачки фейскрека. Рейдж, клатч тайм, 1 в 3. Попадает по Саньку. Есть инфа, должен быть. Угадал, но не до конца. Убивает фейскрека и остался 1 в 1. Очень опасно. Сейчас могут не убить. Думаю, что-то под мейн, но нет, девятка. Ну это же просто диффузить. Сесть просто и диффузить. Сам с Макиной может надеть просто плент. Что это? Жимка. Десант. Как-то плент. Как-то спаун. И это 3-1. А теперь вопрос, будет ли АВП? Да, есть АВП. Вот за ним я посмотреть и хочу. Что это будет? Будет ли это ангар? Будет ли это рампы? Нет, это у нас будет, видимо, игра улицы с ангаром. Несколько дефолтно. Пытаются его слова всех, сейчас это видно. Ну и на выстрел, конечно, человека развели. Видимо, у нас файлит большой фанат Vox Empire. Ожидается пастка на белый. Все было интересный момент. Минус жимка. Серия разменов на планете. Закрывается у нас 0, закрывается Санек. И только фейскрек смог разменять своего тиммейта. Что это будет? Сейф, выход в Б. Стрельба, что? Давайте посмотрим Сенпай. Фейскрек. Файлет стоит.
Просто так, как сегодня. Вот это, наверное, такая неаккуратная флешка была. 29-ка отлично, вовремя. Вот сейчас ФС зря спрыгнул, мог отлично сыграть, но... Время. Фейскрэк, время. Ну, Фейскрэк не оставляет такого шанса. Фейскрэку 2-3. Защита включилась в игру после бай-раунда. Три раунда, в принципе, это пока, можно сказать, уже неплохо. На начале, на шестом раунде вообще игровом в целом. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Достаточно плотный бай сейчас у нас у Хоса ФБ, но в принципе только один Галила и 4 АКМ, так что... Вот опять спалили, просто постоянно посаживают на белый, и пайлот не отпускает. Фиолет, пайлот, тут будет пайлот. Сэмпай, минус пайлот, но это был совсем много поджим. А, 0 апнулся на белый, но там было слышно, что топали по металлу, возможно это был как раз таки... Спава, но нет, это был 0. Апмейн, и что это у нас будет? Ждется аркада с рампов, но аркада там не предвидит, судя по всему. Опасный выход, я там должен быть, и рейдж должен это дело принимать. Минус первый, пайлот просто сыпануло. Синхрон мы забрали еще и нуля на улице, и это у нас 2-3. Должна быть инфа, что проходят рампы. Должно быть укрепление веб-лента, в принципе. Ну вот здесь как раз таки каналы, здесь у нас длинный. Воу-воу-воу-воу-воу. Конек. Время. Да. Очень сложный раунд был сейчас для команды ФСПБ. Санек, дав минус 4, завершает его. Уже заканчивалось время, и в принципе игроку защиты даже не требовалось было идти в атаку, но он пошел, за что, собственно, поплатился раундом для своей команды. Обращаю ваше внимание, то, что сейчас есть, в принципе, деньги у команды Sentinels, но не закупаются. Не хотят давать 2, даже 3, в принципе, дропа. Можно было какой-нибудь волевой бай, что-то типа такого, но решают все равно слить это на 5 раунд для атаки. И это очень даже неплохо. Моментально минус Лево, минус Рейдж, открытые рампы, и можно выходить уже куда угодно на любой план. Вот опять не чекают парни за правый канал. Уже второй минус он там дает. Ну да, втопил, конечно, он славно. И последний герой у нас ФСН, 1-4. Попытка, наверное, просто выбить пару девайсов или в лучшем случае засейть что-нибудь. Но, конечно, сейв у Галилы, кто ему пустит-то. Бам. Сэмпай просто отлетает моментально. СМ. Взрывают, но все-таки добивают. Так. А я, видимо, забыл закрыть. Да, вот теперь я тут. И это у нас 5-2. Вот сейчас реально очень важный раунд для команды Sentinels. Его нужно брать. Иначе потом будет очень-очень тяжело. Так, АВП. Теперь будет играть, видимо, дефолт на ангар. Да, и без каких-либо излишеств. Не дожидается никого. Белый чекает тоже никого. Тем временем у нас есть рампы. Леон стоит у нас на рампах. Фейскрэк у нас пытается отстреливать с белого АВП. Но это очень нагло, по-моему, Фейскрэк. Все прощать нельзя. Но, однако, оставляет 2 хп, он АВП. И это нужно тоже добивать. Вот пошла, по-моему, с ними позиция сейчас, и хелпа. Для АВП убивается Фейскрэк с длинного. Не ожидал такого выхода. Чекается девятка. Должны так понимать, я разгляну, где находится. Сэмпай развиняет своего тиммейта.
И ситуация 4-3. Точнее, уже 3-2. Так, что это план? Как это будет выбиваться? Давайте посмотрим. Кайсан. Ой-ой-ой-ой, поставил своего тиммейта. Тем не менее, минус 0. Свечится девайс. Видел мало. Потому что оставалось вилла. Но жимка добивает красного ФСНа. 6-2, уже отличное начало просто для команды ФСПБ. Однако, это еще не все. Возможно, сейчас что-то будет, и мы, может быть, увидим 8-7. Хотя, честно говоря, я думаю, это будет 10-5 или 9-6, как-то вот так вот на ФСПБ. Жимка. Отличный прыжок просто на белый. Почти форест. На красный либо от нуля, не контроль совершенно правый. Кастет, однако, разминает этот один тиммейтом, но сам Убир умирает от станка, и ситуация 2 в 3. Я поражаюсь порой, как вот в этой игре команды меняются составом. То есть, то одна команда очень сильно дает прессинг по другой, и при этом через пару минут уже, через пару, точнее, не минут, а через несколько секунд мы видим то, что ситуация кардинально другая. Ой-ой-ой-ой, как просто оштрафили сейчас у нас Санька, и Жимка остался один против Станка и Рейджа. Ну, это было очевидно, а план диффузится. Нет, не диффузится. А вот это сыграл, молодец. А все уже, все, диффузов нет, и тут ты хоть обдергайся. Девайс, конечно, выбивается, но Станка оформляет себе минус 4, оставляет Галил, но раунд все равно не в копилке его команды. 7-2. Тут уже начинает пахнуть жареным. Два семь. Команда ФСПБ впереди. И что, опять улица? Я пока не видел ни одного выхода в рампы такого массового, ни одного выхода там, допустим, в А, как вот делал ЛТЗ. Мы смотрели. Просто выход улицы и ничего как бы сложного. Самое интересное, как бы это работает. Это очень дефолтно, и я пока не понимаю, почему это не закрывается. Сейчас 5-3, станка набревается от этого белого. Жимка минусует АВП с девятки, и плент упал на улице. Это нужно просто сейчас уже забыть. Нет, не дали закрыть плент. Ап на красный. Минусуется АВП, очень нагло играет Файлота. И вот царская позиция у ФСН его тиммейта. Это будет, судя по всему, пока какое-то стояние на улице. Но время играет сейчас не на атаку. Удастся зачекать? Повезет, не повезет. Позиция повезло, но вот позиция, конечно, была очень неудобная для атаки. Так и так, все равно там размена бы не получалось. И первый экономический, по-моему, от атаки, от ФСПБ. Опять улица. Или все-таки будет какой-нибудь интересный выход. Какую-нибудь раскидку мощную. Нет, на раскидку это явно не похоже, это быстрый выход. Попытка убить типа фонте, но нет, кстати, это не на Б, а это план на Б.
Ну, в принципе, задача максимум выполнена. Поставили плент. А где еще двое? Понятно, плент стоит. Но... Винка. Совершенно не понял, что он сделал. Наверное, была попытка наглая сейвить девайс, вместо того, чтобы выбивать дефузящего игрока защиты. Ну ладно. Почему бы и нет, почему бы и нет. Вот. Три девайса. Вот это уже вот рискованно. Я все даст возможность защите сыграть так, как ему нужно. Ну, кто будет отдавать раунд вот такому баю? Хотя, с другой стороны, в принципе, это может получиться. Стрелы Сенпай минус. Пайлот. Еще один минус Сенпай в миде. Ну, в миде, в мэнни. Фейскрэк каздит Фейсон из Диглау. Что творит этот парень? И вот уже как бы девайсы есть, и ситуация 4-2. То, о чем я и говорил, качели, то одних 5, то других уже никого нет. То наоборот. Девятка, девятка, минус. Ну и что, это будет сейф? Нет, серьезно? Ну, Зинка не дает заставить Леона. Отличный раунд в исполнении команды ФОСПБ. С тремя девайсами просто взяли раунд, особо не напрягаясь вообще. Вот я вижу Максим уже пошли. Начинаются нервы у Sentinels. Флешки, ой-ой-ой-ой-ой, залетело-то. Леон. Слишком падает в атаку с Максим, но ужимка оставляет его одного. Пайлот. Не очень спортивно, но тем не менее на кабана сажают Файлота. Это отличный буст просто к экономике атаки. Это будут дропы. И это значит то, что скорее всего это сейчас будет что-то в районе 10-5 или 11-4. Смотря сколько сейчас позволит защита отдать раундов. А вот АВП. Вот, Акел, где она играет? Рамп. ФСМ, минус фейскрэк. Казалось бы, простой раунд. А нет. Агрессивная игра приводит вот к такому. Что это? Я вижу уже опять 4 в 3, причем хелсбары как бы неиллюзорно нам намекают, то, что ситуация в принципе не такая уж и хорошая у ФОСПБ. Один красный, два у нас игрока полностью сотый, но все-таки есть АПП, игрок не мобилен. Но вот 0 дожидается своего оппонента. Что здесь проблема выходит? А, воу, такой вот контролируемый спрей в исполнении нуля. Закрывает, да, закрывает он у нас Леона, и остается один с танка на планте. Должен расслышать то, что прошли вниз. Просто уже ставят. Ну и Сэмпай, конечно, диглом отлично попадает. 10-4, и что я вижу? А денег на нормальный байта у защиты нет. Поэтому это, возможно, уже 11-4, а это, в свою очередь, означает только одно. То, что если быстрее побраться не будет командой Sentinels, это уже будет очень-очень-очень обидно. Потому что вариантов потащить будет уже очень-очень много. Прострел в рампах. Управляет красным рейджем. Воу, он быстро вышел, вот так, окей, сказал Санек. Теперь выходишь, вижу меня поближе, ну ладно, поближе, поближе, вот так и бью. Эти вот 4-4, в исполнении жилки, могут очень перки злой шутку с ним сыграть. И опять 2 в 2. Абсолютно красный Санёк, но фуловый жот. Один фуловый жимка
против двух игроков защиты, но нет, в принципе, нормального девайса. И нет плента. Плент вообще в лобби лежит. Что это такое? Только дожидается ФСМа. Один в один. Нужно брать плент и нужно что-то делать. Решает пойти в улицу, однако. Поиск бага в текстуре стены, судя по всему. Время. Зачекал на девятке. Нужно ставить. Успевает. Ну да, 4-4, конечно. В такой ситуации вас не спасет. 10-5, а было бы это наоборот. 5 в атаке, 10 у защиты. Я бы сказал, что это дефолт. Ну а пока все очень неоднозначно. Сейчас посмотрим, как закончится пистолетка. Она очень будет важна. Практически от нее будет зависеть дальнейшая игра. Хотя, все-таки запас в 5 раундов это лучше, чем запас в 3 или в 4 раунда, когда вы играете атаку на нюке. Мне вот больше интересно, как сейчас будет стоять у нас защита. Я вижу то, что в принципе только два игрока купили себе броню. Это 0 и Санек, а у Гольфа есть раскидка. Это меня радует. Значит, это будет что-то интересное. Хотя, знаете, вот команда Sentinels тоже взял себе раскидочку. Жимка, первый минус у нас. Это, видимо, на улице. Синпай, а Санёк минус файл. Это Санёк контролил команду на улице. Но ПСМ, ну как? Кто кого затыкает? Бега с блоком, близкий выход на солнце. ФСМ, личная пачка Саньку. И ситуация 4 в 3, рисковать особо не нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто взбивает голову абсолютно. Симпай и Жимка завершает этот раунд. 11-5, пистолетка не взята, и это уже проблемы. Если не будет плента, то это сразу, можно сказать, 13-5. Но если, конечно же, аккуратно играть, и в дальнейшем будет очень-очень тяжело. Когда ты решаешь взять себе винчугу. Но вот как-то ново в атаке на нюке. Ну ладно, если вы, допустим, проиграли защиту, у вас есть возможность стать где-нибудь в упоре, как-то подождать, разыграть на нужда, но вот FaceCrack как бы заходит и так говорит: ребята, зря вы закупались. Вот Rage отлично оформляет Клавашо Сенпаю, и в принципе это, наверное, было наиболее грамотное решение на ситуации. Вот FaceCrack тоже отлетает, Малик отлично его зачекал. Практически с ангара. И остался по 90, который закрывается Саньком. Ну вот, потеряли 3 игрока. 3 игрока все-таки стоили этого эко-раунда. У нас 5-12, экономики все еще нет. И вот, да, опять P250, опять пистолеты. Ноль рампы, жимки на хелпе, понятно. Ну что, вот зачем вот лезть в такую аркаду на экраунд? В принципе, это наоборот буст для экраунда, то есть для enemy. Вы на него лезете, он занимает позицию в упоре, и просто он неожиданно вас принимает. Конечно, у него нет армы, и вообще, в принципе, его легко убить, но если у него есть реакция и немножко головы, в такой ситуации вы, конечно, проиграете. А проигрывать эко-раунду, это очень-очень сильно убивает мораль. 5-13, как я и говорил, что у нас здесь должен быть уже закуп, это очевидно. Возможно, будет АВП-дроп, нет, АВП-дропа не будет. Ну и первый закупочный в этом половине, в этой половине. Смотрим, что у нас здесь пойдет. 2 5-сел, 2 МАК-7 по-прежнему остаются у нас.
Санёк реализует свой Макс 7, Файтстрайк реализует свой Макс 7, но вот Сенпай абсолютно никак не реализовал свой АВП. Четырнадцать-пять, и это похоже на GG. Если, конечно, сейчас вдруг не будет нечто сверх экстраординарного. Прям чудо, можно сказать. Вот. Закупились. С армой даже, вот с раскидкой кому-то хватило. Файлет, конечно, без армы, но с девайсом. Файлот. Минус фейстрайк. Очень агрессивно играет защита. Сенпай. Казнит файлота. Врыв опять просто в ноль врываются у нас. Санёк, Леон казнит Сенпай за такую наглость. Дает агрессивно играть в защите. Это сейчас на самом деле может быть и большой ошибкой. Но у защиты должна быть инфа о том, что плент был на улице. Да, вот видно, пошла стяжка сейчас у нас к длинному. И пока у нас тишина. 3 в 3. По хелсбарам, конечно, видно, что у нас у защиты есть небольшое преимущество, но это все постольку. Минусуется Леон, опять нагло игра, опять врыв. Ну вот. Не понимаю пока таких врывов совершенно. Ну да, есть как бы раунды. Нет и нет. Ну, неужели не проще просто быстро закончить игру и все. Наживают в будке просто рейджа, оставляют ему 7 хп, жимка уже шифтом идет на. Понимают игроки ФСПБ, что сейчас будет плент, и нужно его выбивать. Два в один. А плент стоит снизу. СН. Жимка, ну почти. Была отличная, конечно, задумка с ФСН, но не удалось ее. Можно было, конечно, пойти по данной строке, потом выйти, дать аккуратный головошот, но пока как-то вот не получилось. Ну и что, 10 матчпоинтов. 10 матчпоинтов нужно отыгрывать команде Sentinels. Что у нас, 5 АКМов, есть плотный такой закуп, есть куча раскидок. Есть АУК у команды ФСПБ. Капитан Прайс, блин. Есть мега фейскрэк. Что ты делаешь, фейскрэк? Какой мега? Я даже тут слышу, как он стреляет. Минусуется Сенпай с белого. Взрывают рейджа. Фейскрэк сейчас играет у нас в Рэмбо, пытается прострелить все, что можно прострелить. И, ну, аккуратно, тихий выход в длинный. Файлет, минус Санёк, и уже... Хотя сказать 3 в 4, 3 в 3, Фейскрэк оправдывает нагов.